Так. Все нормально. Всем привет. Привет, банана. Ничего. Продолжаем разговор. А, сейчас 19-й. Hello. 19-й, и вот я думаю, надо уходить циклоны. 15-й, 20-й. Ну хотя, в принципе, тут все можно прокачивать. Это что за покемон? О! Холд резист. Великолепно. Еще и 29. Замечательно. Stay a while and listen. Yes. Stand a while and listen. Ha
ничего нет. Ё-моё, я ж сейчас умру. А чё так жестко-то? Серьезно? Ох ты! Да ладно. Не, есть проход. Thank you.
Greetings. Мне это больше нравится. Определенно. Пополняйтесь. От тебя много и не требуется. Блин, опасно так. Я тут окочурюсь, по-любому. Смотри, что там. Жестко. Это же джунгли мародеров, да? У нас же здесь Гидбин и... Нам не особо-то, наверное, конечно, везет, но... Yeah.
Где эти мелкие утырки? И... А, так просто. Окей. Хорошо. Так, кого нужно? Полностью, что ли? Ашара. Ашара Манора. Колечко. Yes. Ох. То-то да. Шейп? Шейп. Серьезно, да? Шейп. Шифтинг. Шейп. Шифтинг, да. Ну, блин. Ну, классно, конечно, штука, но... Нафиг мне не нужно, да? Ну что же делать? Ненавижу этих товарищей. Прям очень. По-моему, я здесь уеду. То есть умру. Очень напряженно. Вообще, третий город, наверное, один из самых любимых-нелюбимых. Потому что вроде как бы и достаточно все на мази, но так постоянно жестко. Жестко. Да лежит, что ли? Нафиг там покушаем. Что там лежит-то?
Да не мое. Я-то думал, что-то интересное. Да я пытаюсь, я не могу расслабиться, это же жесть. Тут, смотри, они такие мелкие, такие шустрые, что просто... Да я говорю, я с удовольствием, но я просто не могу. Я просто понимаю, что сейчас вот одно неловкое движение, и все, и это рип. Тут еще не видно ни хрена. Не, это как бы круто, да, то есть мы тут как бы за эмоциями-то сюда и пришли. Ну, блин, очень жестко. Я прям... Прям на панике. Вон они прям со всех сторон нападают. А Вася мой вот этот вот, он нифига не делает. Он рядом стоит и что-то ждет. Это жесть какая-то. Я прям напругу так держу, что прям аж, мне кажется, готов лом перекусить. Но вроде это скоро все должно закончиться, я надеюсь. Чё-то жрет? Чё кто жрет? Кто чё жрет? Говоришь, Вася стоит и что-то ждет, не ждет, а не жрет, а ждет. Да, 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 да. Не, ну, это, конечно, было бы круто и мило. Прикинь, он такой, слушай, а где все? Ну такой стоит такой и жрет там такой. О, не-не-не, спасибо. Слушай, а тут нет никого. Ай, не к добру. Спасибо. Вон оно. Вообще, вот ты представляешь, вот эту, вот видишь тут вообще, да, вот обстановку. Я бы на самом деле бы, фиг бы тут когда жил. А тут живут люди, ну как люди, живодеры типа того. Блин, как страшно-то. Славик, что-то я очкую. Ну, в смысле, не знаю, вот они тут живут, нравится им, наверное, хрен его знает. Блин, да где проход-то? Так, цепь. О, великолепно. Тут Вася, который иммунен к огню. Хорошо, что у меня... Ух ты, смотри, там что-то зелененько упало. Типа, не раз бы не жили. Ну, такое себе, знаешь. Так, цепочку. Цепочку заберем. Это что у нас? О, Сигон, что ли? Сигон, 20. Почему? А, нужно много-много силы. Я не сильный просто, понимаешь? Вот смотри, прикол, вот он стоит, его там бьет штука, а он так и стоит, ему вообще, короче, по боку, он такой, типа, крутой. Ну, вообще просто. Стоишь такой на ловушке, такой, ай, чпоньк. Блин, когда уже закончится? Как я не люблю это. Так, сейчас момент. Да хорош. Он застрял, понимаешь?
Иди работай. Ура. Так, мы нашли глаз, теперь мы нашли мозг. Вот он. Мозг Халима. Будем умными. Так, мне нужно вкачивать в силу. Надо как-нибудь там к Сигону добраться. Так, цепочку. Надо бы еще куда ее поставить. Мне не хватает инвентаря. Так. Это сюда, это сюда. Что за амулет? Беспонтовый. Ну, остальное это в топку. Сюда. Потом скрафтим что-нибудь. А, кстати, чарм. Один дефенс. Понятно. Просто великолепно. Так. Побежали. Куда нам бежать-то? Сюда нам бежать. Там я возвращаться не буду, это факт. Слушай, а я, кстати, стримы не запустил, не смотрю. Сейчас, момент. Что-то я как-то провтыкал. Все, плюс один зритель будет. Огонь. Темная ночь. Легче бежать. А, хорошо, хоть сейчас выносливости есть, а то замучаешься. Блин, а Вася-то у меня вообще без шлема. Надо ему хоть шлем подогнать, что ли? Ну так, прикола ради. Че он такой бедолага? Так, давайте мне уже до Кураста я дойду когда-нибудь, нет? О, Кураст, замечательно. Василя, о, Василя быстрый. Теперь быстрые, шустрые, опасные. Замечательно. Беспонтовщина. Найн. Найн. Так, я не помню, где там мне нужно искать базар Кураст, понятно. Бежим, бежим. Побежали на базар, там говорят, скидки. Ну и всякое. Блин, еще. Вот мало мне шустрых, вот надо еще шустрых. Вот прям вообще прям вот душа, чтобы развернулась. Не помню, где проход. Кто тебе? Пуцаки, они черные, их же не видно даже, нифига, они сливаются. Они какие-то не политкорректные, нифига. Так, шлем. На тебе шлем. Все, теперь у него, короче, никто ему в голову не даст, и он не будет затупливать нигде. Это, короче, такой искусственный интеллект от Валарова. Если ваш мерк тупит, ну так это, щит-то ему, ой, этот, шлем-то ему наденьте, а то его, видимо, бьют по голове, и вот он, я не помню, мне нужен трех, этот самый, дырочный щит. Блин, вообще не помню руны, рунные слова,
прям жесть какая-то. Там, если кто-то помнит, скажите, что там собирать надо, что вообще можно сейчас собрать. Ну, жалко, были бы зрители, ну, подсказали бы там что-нибудь. Ух ты. Ух ты. Ух ты, Battle Staff. Battle Staff — это просто офигенно. Вот он раз, Battle Staff, и вот он и еще один Battle Staff. Вообще замечательно. Вот это вот говно, а не Battle Staff. Простите меня, пожалуйста, за мой французский, но очень не очень, короче. Такой Battle Staff, что я манал такие Battle Staff. Так, это ж базар Кураста. Так, ищем. Так, во-первых, мне нужен тут телепорт найти. Ну, я пока нашел только колодец, что тоже, в принципе, радует. На базаре вроде как всякого якого должно быть. Так, вот тут по-любому телепорт, давай. Это мне повезет, нифига мне не повезет, нет. Блин, ребят. Ну чё так плохо-то? Да нашел я уже много дыр, телепорта не могу найти. Вот, отлично. Так, телепорт нашли. Домой. Good day for die. Вот это я понимаю. Это я вообще зачем забрал, я не понимаю. Я не помню, нужны ли мне это, не нужны. Но я оставил. Так. Значит, сейчас в канализацию. Там нас ждет. Чё ж там нас ждет-то? Ой. Мозг, глаз и сердце, по-моему. По-моему, и сердце. Это тени руку и сердце. Тут и глаз, и мозг. Всё. Вау, а что это вот такие прям? Щедро. А что, выносливость что ли? Это самое. Ух ты, ничего себе, смотрите, сразу сундук нашел. Вот это поворот! Только дойти-то к нему нельзя. К сундуку-то. Так-то мы да-то, но так тогда да нет-то. Так, мне нужно раз, два, три на хурикан. Еще дофига. Еще долго. Так, я хочу сундук заполучить. Нету прохода здесь. Наверное, вот здесь. Ух ты, а его еще охраняют, посмотри. Так, ну это не серьезно, вот это интересно. Ну такое себе. У меня-то, ух, какая броня-то. Всем броней, броням броня. Броням броня, это вообще, конечно, это вот я так разговариваю, да. Ты кто? Я броням броня. Так, работай давай. Василь, тут что-то как-то грустно. Я, конечно, не доктор, мне сейчас подскажешь, что я опять тут буду искать, замучаюсь. Или где-то здесь, вот было бы здорово. Давайте, мне повезет. Я ж фартово мало, правда? Или мне как утопленнику завезет. Богатырской. Да, что-то я как-то силу-то не качаю, а вещи-то я как буду одевать.
Зачем мне это? Это что такое? Это выход или вход? Мне кажется, это вход. Ну, типа на базар, да, я так понимаю? Верхний раз. Так, значит, я, наверное, куда-то далеко забрался. Карта какая же ты огромная, а? Это же жесть. Вот как тут спидранить? Это же просто люто. Я так-то не доктор. Но, по-моему, мы ходим по кругу. Базар куда? По-любому она где-то по центру. Это гадость. Здесь нет прохода, нету. Ну, в принципе, так это логично, да? Потому что много входов. Соответственно, должна быть возможность... Отовсюду, ну, относительно равное количество времени бежать, чтобы найти ее. Хрен. Я же этот, товарищ заблудился. Хазад! Хазад, иди сюда! Ты что туда залез? Вчера сам был рядом, представляете, какая жизнь. Нифига не здесь. Счастье было так близко. Блин, все-таки я не добежал, да, я так понимаю? Ну да, судя по всему, я просто не добежал. А тут проход есть? Нет прохода.
Да, я убежал, не туда пошел. Но ничего бывает. Не, мне кажется, там все-таки. Угу. Что там? Damage battle stuff. Так, а ну давай дерись. Что ну хорош. Stand wild and listen. Хороший шлем. Продавать я его, конечно, не буду. Fire resist. Чем бы знать? Главное не промахнуться. Так, ну чё? Тун-тун-тун-тун-тун. Попить? Поехали. Ребята, мне больше нравится. В целом. Так, надо, наверное, наварить, да? Ой, кстати, а я же из этого не вытащил. А тут ничего нет. Отправим. Ну, здесь интересно пробежаться. Ну, в принципе, можно, там много всяких ништяков падает. Оно хуже-то не будет, это кто там умер так красиво? Хуже не будет, глядишь, что-то выпадет, а то, ну, прям бомжи, конечно. Вулфхэд! Великолепно просто. Это, знаете, есть говорящая голова, а это волчья голова. Золотые кольца. Телепорт, конечно, не хватает. Мне бы не ему был бы веселей. Правда, наверное, бы умер уже давно. Че это там? Кто это? Где такие? Я вас не звал. Что, упало? Понял. Замечательно. Может быть, не здесь все-таки? Как непонятно. Немножко. Хой-хой-хой-хой! Ай-ай!
Ох, люблю этих дам. Такие они прям замечательные. А мана бы можно мне? Так, мана нам не нужна, нам нужна только палка жизни. Ман для слабых. Так, а че это такие жесткие-то, а? Ребят. Лор, ты может это умрешь? Для приличия. Ну, блин, ну тут посмотри, что творит. Тебя руками забьют до смерти. Ага. Good to see you. Кстати, убили. Убили Хазара. Yes. С ума сойти. 2700, да ты ж вообще, а? У нас сошел. Так, так дорого стоит Хазар. Так. Опачки, вот это хорошо. Light resist, fire resist, point resist. Повышение шансов нахождения чего-нибудь. Хопа. Топку. Здесь что у нас? Cold damage. Poison. Ну все, короче. Давайте, может, его поставим, да? Это нужно тогда убрать. Загашничек. Ну как тогда ж продать все. Так. Угу. Маны. Маны, пожалуйста. Уже всего одна мана добавляется. Вот я глупенькие. Так. Стартуем. Дальше мы тут еще не все зачистили. Дарк, что ли, какая-то упала. Зря, что сюда пришел. Хоу! Ну, лучше урой, чем у меня там. Сол, по-моему, одна из рун. Не надо, всем. Все надо. Все мне надо. Хай-хай! Что там? Цепочка. Ты будешь бить кого-нибудь или нет? Хазар. Ты запарил.
Так, последний и туда. Корабельчики. Так, что тут у нас? О, это ж для амазонки. Чё только не падает, а? В этих ваших сиренях. Чё-то я как-то разогнался очень быстро, мне кажется. И зря. О, вулф хэт! Это не серьезно. Я хочу сделать квест, но, наверное, не получится, потому что все оббежать это слишком долго. Не и лень, и вообще. Ну вот в эти давайте сбегаем. Посмотрим сейчас. И если нет, тогда уже идем на фиста бить. Ну, либо огребать от него то, что повезет. Привет. Как дела? Ну, вроде ничего. А? Да? Чемодан нашли. Я бы, вот честно вот вам скажу, я бы когда полез бы туда. Вы видели вообще, что там находится, да? Это же какая-то жесть. Заходишь такой, никого не видно. Стоит саркофаг или что-то такое. И ты такой, блин, ну тут слажу. Посмотрю, что там вообще может. Там наверняка что-то интересное. Кровь там. Жесть. Жесть какая. Все. Мимо. Вообще не знаю, что я с собой таскаю, что там дают. Да ну нормально. Тысяч на 10 потянет. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, а чё там? Прям нападают. Темная ночь. Понятно, минус. Все, хорош, пойдем бить Мефисто, если мы сможем, конечно. Ну, мы постараемся. Кстати, что у нас там, 22? Надо не пропустить. Воу-воу-воу. Вообще надо что-то со шматом поделать. Что-то как-то ну совсем грустно.
Так, сначала бежим телепорта. А вдруг что? А вдруг что? А вдруг умрем и не умрем? Все-таки хардкор, да? Может быть такое. Вон у нас все закончилось. Кстати, а где Василий? Васю убили. Не, я без Васи не пойду. Так, стоп. Почему вот здесь Вася есть, а там Васи нет? Почему он за мной бегает на конке, я его не вижу? Кстати, это что за посох? Почему я его не продал? Один по fire skill. Это значит мои... О, работает, прикинь. Вот это поворот. Ребят, на какую кнопку? О, все, я понял, все. Все, я понял, все хорошо. Я тут думал, Вася где-то умер. А он, оказывается, живее сижу. Травинкал. Травинкалище. Да-да-да, мы поняли. Во-во-во-во-во-во. Убей! Ну, нормально. Кстати, я ж так ничего и не эту самую. Так, что за меч? Давай. Что за щит? Давай. Когти. Давай. О, костяной шлем. Ни о чем. Меч нафиг не упал. Good evening. О, я тут думал, вообще ни о чем. По цене-то. Тут у лайф. Что у нас там? Еще далеко. Кстати, да, я же не вытащил все барахло. Будет прикольно, если я еще на Мефисто отъеду. Ну, перед Мефисто получается. Не на Мефисто, а перед. Это же вообще будет просто песня. А, я уже забылся. Чего, не попал что ли? Ну ё-моё. Вау. То не попал, то перепопал. Ой. Да, поехали. Кто смелый, кто умелый. Хорошо, проще. Ой, люблю зомби. Вот зомби это вообще вот мои друзья. Просто мои друзьяшки. Самые любимые. Мне не хватает всего одной силы, чтобы одеть пояс Сигона, чтобы у меня было много-много-много лечилочек там. Помещалось, там брони мне давало. Тут бомж бегаю с первого акта. О-о-о-о. Так, тихо, стоп. Да чё ты не умираешь-то?
Мне нужен какой-нибудь крутой этот самый мерк. Этот не крутой с защитой. Хотя... Не, вообще, в принципе, конечно, все прям более чем логично. То есть у меня получается броня элементальная на мне, я ее вешаю. А вот он мне дает брони такой. То есть, в принципе, все просто замечательно. Лучше не придумаешь. Ну, что-то как-то я не знаю. Плюс, если я буду с вихрем гонять, то в целом получится, что... Ой, как больно-то. Бей кого-нибудь уже, пожалуйста. Рингет я люблю. Так, второй уровень. В принципе, может быть, даже стоит... Не знаю. Стоит искать тут портал? Не стоит? Я прям теряюсь. Да-да. Как вы, товарищ? Бегать тут по Мефисто? Пофармить его? Да, в принципе, тут нормал, что тут фармить? Единственное, конечно, я этот самый на хардкоре, страшно там все дела. Классная тема. Циклон — это вообще наше все, прям обожаю. Ну, короче, судьба распорядилась так, что телепорту быть. И вот здесь сейчас спуск. Давайте, что прям вообще идеально было. Да, просто великолепно. Ну тут сам бог велел уже побегать, конечно. Рано на Мефисто. Я так думаю. Единственное, что до самих ранов, так сказать, далеко, потому что есть Алёшка у тебя. Вот. Нет, не хватает мне сил. На телепорт у меня нет. Кстати, смех смехом, а Tower Shield мне нужен. Да, мне еще больше нужно силы. Че-то я как-то не подумал нифига про силу, когда себе качал. С другой стороны, может быть, уже давно бы умер без столько живущихся, потому что не пробивать меня просто тут. Ну че ты не умираешь там? Так, у меня закончилось. Тогда вот это убиваем и летим домой. Угу. Надо лечилок затарить, а то бедолага там кони двинет. Так, в топку, ну пускай остается. Давай-ка мы его отдадим. Мне, наверное, даже не нужно, да?
Вот так, я думаю, будет хорошо. А, так нет, тут вообще хорошее. Хо-хо-хо, великолепно. Просто щелкунчик. Вы смотрите, что творит. Это будет долго, мучительно. И вообще. Отстань от меня! Офис, что такое злое, а? Я уже представляю, как я буду Диабло убивать. Это же жесть. Гариш, расслабиться тут. Куда там расслабляться? Просто жесть. Мефисто, не убей меня, пожалуйста. Ой, да ладно, он стоит, смотри. Опасно? Я не трус, но я боюсь. Мне даже большие зелья лечения не жалко вообще. На хасадах. Я маленький, 23. Хотя 23, я помню, до 24 на аду бегал. Нифига не маленький. Маленький. Давай, там осталось ты чуть-чуть. Отстань от меня. Ура! Мы сделали это! Это что такое? Камень души! Арбалет, надо! Топази! Клеймор еще посмотри, чё только нету, да? Замечательно. Так, теперь нам нужно вот здесь вот сундучок. Кто-то открывает обычно. Вот этот вот. Ага. Серьезно, да? Диабло, я иду. Да, да, да. Здравствуй, дорогой. Давно не виделись. Стопку пущай будет, стопку, само собой в топку, еще бы, не знаю, надо мне это, не надо.
Опа. Опа, хай-халалай. Все слила. Ой, я же забыл, что у нее, да? Да, у нее. Чини, 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 чини. Бежали. Хазам! 19-й. Да, отстает прилично, товарищ. Ну, ура. Люблю, а здесь хотя бы видно все. Тут в третьем городе темно, как не знаю у кого. Да, давно же я уже чувствую, что мне не хватает. Это крайне плохо. Но в принципе я с этим ничего сделать не могу, да? И чё-то ты апнулся и побежал, да, такой? Красавчик ещё. Просто великолепно. Горит резина. А чё горит-то? Здесь? Ну это же ад. Ну в аду. В аду. Мы перешли в другой город. Четвертый акт. Вот. Кстати, очень много времени потратили на третий акт. Но я прям стараюсь быть осторожным, аккуратным. По-моему, если мне не изменяет память, на хардкоре я ни разу не проходил Диабло даже на нормале. Ну, вроде не было такого. Я не помню, конечно, не хочу врать, но, по-моему, не было такого. Очень плохо. Вообще нету дэмэджа. Не знаю, что делать. Может дальше скачать. Просто без идей. Держись! Вообще им пофигу, по-моему. Покемон. Так. Изуал надо найти. Пойдем Изуал убить. Изуал! Изуал! Ты где? Изуал, привет, Изуал.
Мана-то кончилась. Что-то мне подсказывает, что из вала я замучусь бить. Сказ о том, как я из вала бил. Not enough mana. I need mana. Not enough mana. Я не знаю, что делать. Хочется еще вкладывать. Щиточек. Он там дэмэджи даст. Доживу я до 30-го. Доживу, давайте. Жизнь занырзула, в конце концов. Чё как, девочки? Ну нет, так нет, значит умру. Правильно? Кстати, вот я бегаю вот с этой дубинкой, я не знаю зачем. Но я зачем-то бегаю. Наверное, есть какой-то потаённый смысл. Во всем этом. Но я не уверен. Доживешь, думаешь? Ну, блин, я на самом деле совсем не уверен. Вот прям. Я вообще на самом деле ставлю. Вот если бы меня спросили, я бы сказал, что это самое. До Диабло в лучшем случае. В лучшем случае до Диабло. До Диабло я дохожу, и на Диабле я двигаю прям. Склеиваю и что там еще. Что значит? Диабло? Это босс 4 акта. А то, что я склеиваю, то, что я умру. Проход. Так. Подыщи. Отстаньте от меня. Так. Мне не нравятся эти 8.
Как и эти, в принципе. Чё такие быстрые? Так, 65 сил на нее требуется. А у вас есть 65 сил. О, пускай таскает. Она ему как раз очень даже ничего. Ничего себе, некроманты что творят? Так много-то, ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой. Убили Василия Альбабаевича. Страшно. Шо капец. 117 тысяч, ну ладно, хорошо, хотя бы деньги пока есть. Это уже неплохо. Что у нас тут? Extra gold for monsters. Так, ладно, я сейчас могу одеть сего, но это радует. А еще я не знаю, куда мне бежать. Почему так больно? Thank you.
Есть смысл в этом? Наверное, да, попробуем. Умрем, так умрем, дело там. Да, в принципе, ничего вроде бы. То есть я сюда шел зазря, да? Я правильно понял, хорошо, замечательно. Так, ладушки. Мне руну, пожалуйста, на голову, чтобы шлем себе сделать. Можно попросить? Хорошо чувствую. Не надо. Это что такое? Это нам не надо. Я вот думаю, можешь заменить. Василий, ты опоздал. Давай иди сюда. Да, да ему ж завидный. Всех убьет. Я помогу. Я помогу. Неужели? Так, если не изменяет память, должно быть перед этим. То есть получается, вот где-то здесь у нас должна быть кузня. Да, камушек-то нужно разломать. Уже похоже. Я ж не уверен, но... Да. Здесь у нас кузня. Амина Поушен. Ё-моё. Он еще и сильный. Бей демонов! Молоточек.
И все. Я, конечно, не доктор, но, по-моему, в руне Рал ничего такого экстренного нету. Или есть? По-моему, нифига в нем нету. Да, вот свезло, так свезло вам. Да, иди убей дьявола. Давай, пока-пока. Четвертый у нас, да? Или какой? 24 левел. Мы до него дошли. 30, 29, 28. С 28. Ну да, где-то там. Thank you.
отвратительно. Нафига я еще взял? Так, в тупку. С этим надо что-то думать. А, я сейчас. Дома там. Где там символы? Дорогой. Во, как другое дело. Еще даже все не влезло. Это хорошо. Так, я могу, да, замешать. Ой, смотрите, как хорошо я могу замешать. Замечательно. Итого у меня два камня, да? Главное не промахнуться. И где? Ой, как хорошо, то что надо. То что надо, то что доктор прописал, прям замечательно. Сейчас заживем. Thank you.
Мне нравится. Остальное нет. Опасно. Stay a while and listen. What do you need? What do you need? Thank you.
реформ вообще. Ну иди сюда. О. Да был, да, ты умрешь, а? Как тебе идея? О, офигенная. С собой. Ух ты, ты смотри. Соберем все. Light resist 25. Fire resist. Power resist 10. Слушай, ну неплохо в целом. Cold resist, конечно, тут.
Так. Прошу прощения, максимум fire damage 50 damage, что undead. Ну, они на 6-13, да. С двух рук можно бомбить. Ему дать максимум дамедж резистом. Я не понимаю, почему мой уважаемый Хасим не эту самую ауру. Thank you.
Привет. Пион. Еще не дошел, но я что-то на пругу держу. Ну да, тоже, кстати, какой вариант. Я согласен. Подрубаю чуть почти. Да я никогда не отдыхаю. Я как умру, сделаю себе день выходной. Вот придумал. Почему? А как же видосики посмотреть? Не, ну ты не будешь со мной смотреть? Я могу, предположим, сейчас закончить. Мы посмотрим видосики. Я сам никто не смотрит. Вот. И баньки. Там наверняка что-то там выходило. Тогда ложись спать, а я еще муж умру быстрее. Да не, на самом деле подрубают уже хорошо. Почему на полчаса? Минут 15. Я уже начинаю. Так, всем спасибо, кто были. Давайте до завтра. Адиос, амигос. Хоп-хоп-хоп.